Правда, и у Барселоны сегодня, как никогда, высокая линия обороны. Кристенсен и Мартинес хорошо играют головой, еще и Араухо может там оказаться. Да и Гави всегда, когда надо, подставит голову. Беллингем! Вот и чудо! Эй, Джуд! Какой удар! Фантастика! Джуд Беллингем! Почти без замаха! Едва не разорвал сетку барселонских ворот. Но, как это ни странно, всегда нужно хвалить, конечно же, исполнителя.